них тоже плохую борьбу навязывал. Они достаточно квалифицированные все игроки, поэтому еще как бы общение перед матчем с болельщиками очень волновались, как бы немного суетились, я бы сказал, в первом тайме. Во втором уже полегче и додавили, наконец, последнему. Можно сказать, что эта встреча вот из последних где-то 3-4 была наиболее сложной? Ну, страшно. Сложно. А сложно? Ну, да, была сложность, то, что соперник рисковал. Ну, я думаю, мы перебороли это. Досадно то, что, конечно, в последних минутах заставили поволноваться болельщиков, всех переживающих. Наш результат 3 очка, который мы собираемся. Наверное, главная победа, не важно, что мы забили с пенальти. Да, не важно, главное выиграть 3 очка. Я тебе покажу, как это. А что произошло? Как забраски. В штрафной в районе этого забраски этого разметки, много. Но... Ну чего, просто пробил так. Как забраски. Не в свойственной себе манере. Хорошо, что я не видел, правда, как там сыграл рукой соперник, но получился так, что тоже можно сказать акробатический элемент. Спасибо большое.